Срочная новость, друзья, к сожалению, пришла сегодня рано утром к нам. Наш источник из шоу-бизнеса сообщает о том, что российский телеведущий Дмитрий Борисов испытывал недомогание в течение нескольких дней и лечился самостоятельно дома. Сегодня утром стало известно, что ведущий Первого канала, 35-летний Дмитрий Борисов, был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Утверждается, что журналист ощущал симптомы недуга в течение последних трех дней. Несмотря на плохое самочувствие, Борисов принял решение лечиться самостоятельно дома. Сообщается о том, что врачи госпитализировали ведущего, пусть говорят, так как у Борисова присутствует хроническое заболевание. За его самочувствием будут наблюдать в больнице. На данный момент Дмитрий Борисов пока никак не прокомментировал свое состояние. Дорогие наши зрители, давайте поддержим Дмитрия Борисова. Будем верить, что наши медики его спасут, и он вернется на экраны наших телевизоров. Давайте поддержим нас и наш канал, подпишемся на него. Нажмем на колокольчик, чтобы завтра утром не пропустить те выпуски, которые мы приготовили для вас. Поэтому, друзья, будьте всегда с нами и до скорых встреч на нашем YouTube-канале.